Так, Татьяна, полная практика прощения. С 11 сентября, вечерний отчет о выветривании. Аудиовыветривание, шаг первый. Исповедь своему внутреннему «Я». Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая, есть я. Вот, и хочу сегодня поделиться, рассказать, как прошел мой день, первый день на фестивале. Впервые поехала, во-первых, сама, где нет моих каких-то знакомых. Плюс одна проработка к тому, что надо работать в коммуникабельности, общаться, подходить к людям, не бояться, вот, открываться им. Вот, потом, на самом начале утра у меня было сопротивление, когда я увидела людей с мешочками в одеждах разных, там мужчин в оранжевых. У меня была масса сопротивления, непонимания, зачем мне здесь, что это, куда меня затягивают, в общем. Но это было просто мысли, они как бы не были очень сильными, но тем не менее они были. Вот, и это было по-своему так интересно с собой наблюдать. Вот, я общалась с людьми, ну, с девушками, с матаджи. Я пыталась уточнить, как узнать, как мне здесь себя вести, что делать, чтобы как-то влиться в струю, так сказать. Мне было комфортнее. Вот, я поговорила с ними и зарегистрировалась там, понаблюдала за людьми. И, в общем-то, я поняла, что все безопасно, и люди открыты. Вот, и мне было как бы вроде спокойнее, но мне захотелось побыть наедине, что я и позволила себе сделать для того, чтобы понаблюдать со стороны. Вот, и вот на море произошло вот такое осознание, когда я стояла, смотрела на море, там ветер, чайки, я поняла, что, ну, меня никто ни к чему не принуждает, не заставляет. Это все мой выбор. Я делаю выбор. Все. Меня никто не заставляет. Я свободная. Как бы я успокоилась. У меня ушло вот это какое-то сопротивление, переживание. Плюс ко всему я понаблюдала за... На пляже была семья обычных людей, я подозреваю, что не с фестиваля, вот, и девушки, матаджи, которые вот участвовали в фестивалях, участвуют, вот, и какая между ними разница, как они относятся к своим детям, к себе, вот, это вообще по-другому, как-то нет выпячивания себя, того, что они где-то на курорте, или, ну, я не знаю, как это так сформулировать, что они не придают своему эго столько внимания, как-то больше в чувства, переживания, в проживание этих чувств там, по отношению к детям, любви, заботы, сердечности к ним, принятия. Вот оно как-то все глубже и не на показ. Вот именно слово, оно не на показ. А в той семье, как бы вот я немножко заметила, что есть такое там селфи. Мамочка делала там, ну, хотя рядом бегала ее дочь, там просила внимания, но она там покрикивала, что подожди, там она фотографируется, чтобы она не брызгала на нее. Но вот в этом была как-то такая для меня разница. И момент еще, когда у меня прошло сопротивление, то, что я прочувствовала во время киртана вечером, как все женщины, мужчины, дети танцевали все вместе, вот эта песня, и как-то оно так благостно было, доброта, любовь, забота, вот оно все такое, и каждый такой, какой есть, нет вот этих взглядов оценочных, все спокойно, как-то интересно, и, ну, не знаю, вообще другие ощущения у меня были, я как-то так открылась на это все, мне самой захотелось поучаствовать в этом, и в медитации сегодняшней подробнее я говорила в аудиоотчете, но здесь еще хочу добавить, что вот на вопрос, как данная ситуация поможет мне использовать мое предназначение, как данная ситуация поможет мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения, то мне пришло еще, что принять себя даже вот в этих проявлениях, вот даже мне
Я там не понимаю, как мне сейчас действовать. И все, я просто принимаю себя. Как мне там, как я буду танцевать, я не умею, там не знаю движений. Да вот так, как умею, так и буду. Вот как-то просто принимать себя. У меня такое ощущение, что и весь фестиваль у меня скорее об этом, о том, чтобы принять себя. Если даже чего-то не знаешь, ну окей, ты же учишься, все нормально. Ты узнаешь, интересуешься, у тебя свой этап развития и все. И нет вот этого оценочного или шаблонного мышления какого-то. Вот. Ну, как-то так. И, в принципе, за сегодня это все, что я хотела бы вот дополнить, досказать, договорить себе. Еще. Да, я благодарна Богу за этот день, за то, что я сюда приехала, и как раз, что я сама, это тоже дополнительные проработки для меня, и я, в принципе, достаточно комфортно себя чувствую сама. Как-то для меня, ну, я ранее по-другому это ощущала. Ну, все сама, окей, мне хорошо, я наблюдаю, хожу, чувствую больше себя. Благодарю за этот день. Вот. На завтра у меня по плану утром практика касательно тренировки мантр и медитация на предназначение. И у меня сегодня тоже как-то осознание каких-то не пришло на эту тему. Поэтому буду продолжать как бы дальше. Итак, мантра. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Я желаю тебе счастья. Мне очень жаль. Я люблю тебя, благодарю тебя, я желаю тебе счастья. Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости меня, благодарю тебя. Я люблю тебя, я желаю тебе счастья. Я люблю тебя, я желаю тебе счастья, благодарю тебя. Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя, благодарю тебя, я желаю тебе счастья. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Я желаю тебе счастья. Мне очень жаль. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Мне очень жаль. Пожалуйста, прости меня. Благодарю тебя. Я люблю тебя. Я желаю тебе счастья. Я есть причина всех причин. 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 Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать еще более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Как данная ситуация может помочь мне стать более счастливой на пути исполнения моего предназначения благости? Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой? Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой? Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой? Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой?
что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой. Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой. Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой. Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливой. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Я умница, красавица, прекрасная жена. Я королева мудрая, счастливая есть я. Полная практика прощения с Green My Life. Ярослав Мутр-Воронцов.